Итак. Говорю, итак. Мы находимся... Я только нажал снимать. Мы находимся на озере Гарда. И оливковое дерево. Приехали в маленький городишко. Ух ты! Класс! На самом деле я первый раз вижу, как оливки растут. Саша — это олива. Олива — это Саша. Классно. Да, мы приехали на арендованной машине. Дубль-два. Это же первый раз у нас, когда мы берем тачку на прокат, и это очень-очень страшно. И мы в таком напряжении ехали. Классные дома, тут люди живут вообще так спокойно, да, тихо. Интересно, сколько стоит тут пожить. Не знаю. Смотри, какой цвет красивый, оранжевый. Угу. Все цветет еще, куча зелени. Да. И такие все листья, они такие жесткие, жесткие, жароустойчивые. Так, ты сказал, что мы приехали в Сермионы, на озеро Сермионы. Гарда, да. Мы прилетели в Милан Бергамо, из Бергамо поехали сюда. Там на заднем плане, не знаю, видно, не видно, виднеются горы. Мы идем к озеру с мамой. И будем есть русскую колбасу. Я в этой записи этого не говорила, или это было в предыдущей? Хочется расслабиться. Я вот вообще... Так и не расслабился, потому что вчерашний тяжелый день, да. Сегодняшний рент-кар, прокат машины, все это они еще под так, стрессом. Они еще так давили, давили страховку у них брать. Евро дополнительно. Сказали, что вы что? Может, они правы, конечно, были, но нам не хочется лишние деньги отдавать. Нет, ну понятно, что можно купить 10 страховок, и они все друг друга будут покрывать. Я смотрел, кстати, на Google картах, что все-таки здесь нельзя въехать ближе, прямо в самый, к пляжу, там везде только местным жителям. Ну вот парковочка, можно было здесь стать, как бы, ну, мы не знали. Прогуляться же тоже приятно. Да. Или какой кактус там есть. Да, и мы такие довольны идем. Ну еще немножко. Счастливые. Еще немножко в напряге, да? Да. Не можем никак поверить, что мы... Наконец-то мы выбрались вообще в отпуск в Италию. Вот у них классные велосипедные дорожки. Сделано все как у людей. Сейчас Саша сбивает велосипедист. Не, вообще, конечно, классно. Ну вот. Ну офигенно. Мы добрались сами по навигатору первый раз в жизни из одной точки в другую. Даже не промахнулись. Вот. Сашка пилил и не заглох ни разу. Да, на механике. На механике сколько уже лет? Пару лет, наверное, мне кажется. Ну я пробовал, когда к себе ездил. Саша молодец. Да. Вообще. Не представляю, что мы не делали иначе.